У святейшего патриарха в течение 4 последних дней была очень насыщенная программа. Церковные служения в храмах, в монастырях перемежались с общественными мероприятиями. Так, например, одним из значимых мероприятий было открытие и освящение памятника нижегородцам, погибшим в результате ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Этот памятник был совсем недавно установлен на аллее перед Спасским Староярмарочным собором. Долгое время на этом месте, почти 15 лет, находился закладной камень, который когда-то был освящен митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем. Этот закладной камень имел надпись примерно следующего характера. Когда-то на этом месте будет установлен памятник погибшим чернобыльцам. Однако время шло, а памятник все не появлялся. И вот в начале 2009 года Нижегородская епархия взяла на себя инициативу сооружения и установки памятника. Проект был утвержден властями города и благословлен управляющим Нижегородской епархией, архиепископом Нижегородским Арзамасским Георгием. Освящение памятника было приурочено к визиту святейшего патриарха в Нижний Новгород. Патриарх Кирилл одобрил включение этого мероприятия в свою программу и торжественно освятил этот памятник вчера, сразу после окончания божественной литургии. Сейчас мы видим, как кортеж святейшего патриарха прибывает по улице Стрелка к Александро-Невскому собору. Святейшего патриарха встречают так называемым встречным звоном, звоном во все колокола. Святейшего патриарха встречает настоятель Александро-Невского собора протоиерей Сергий Матвеев. Благодаря в честь благоверного князя Александра Невского,
святейший патриарх входит в собор. Неизменными атрибутами патриаршей власти являются головной убор, белый куколь, зеленая мантия и патриарший посох. Всякий архиерей, святейший патриарх входит в алтарь неизменно царскими вратами. Святейший патриарх прикладывается к святому престолу в главной части алтаря. На святом престоле совершается божественная литургия. Здесь же находятся святые мощи. Хор в это время исполняет песнопения, прославляющие подвиг святого благоверного князя Александра Невского. Святого благоверного князя Александра Невского, украшенная белыми цветами.